каждом муниципалитете республики скоро откроются клубы молодых семей. Союз женщин Чувашии начинает реализацию нового проекта «Семья – главное в жизни человека». Фестивали по интересам, семинары на проблемные темы, встречи со специалистами – это лишь малая часть того, что собираются сделать для поддержки родителей и детей. С инициативой объединения в союз обратились сами молодые люди. Семьи, которым захотелось прежде всего поделиться своим опытом, своим, наверное, ощущением любви к миру, вот с остальными участниками процесса, да, потому что все чувствуют, что нам нужно сплачиваться. И это очень здорово, что у нас в республике это становится на самом деле движущей силой, и люди начинают объединяться по разным принципам. Ну, вот один из принципов – это молодые семьи. И мы с удовольствием поддержали эту инициативу. Очень хочется, чтобы семья стала действительно той опорой, благодаря которой человек развивается. В клубе молодых семей будут развиваться самые разные направления. Это и спорт, и культура, и правовая поддержка. Первый фестиваль планируют провести в Чебоксарах уже в июне этого года.